Бразилия, Канет. Сентября 2021 года. Я желаю, чтобы эта жизнь была для вас самой настоящей сказкой. Вот с нее, я думаю, мы и начнем самый-самый настоящий взрыв. Ну, первый вопрос, давай начнем. Как зовут нашего жениха? Как зовут жениха? Отвернись. Неважно, Аллах хашбактарясен, он хороший парень. Он хороший парень, Аллах хашбактарясен. Поехали дальше. Пожелаю своей дочечке огромного счастья, огромной любви. Растерялась. Моменты волнения. Да, вот они самые настоящие моменты волнения. Пускай у нее будет все хорошо. Ну, в общем, чтобы она счастливая была. И самое главное, здоровье им обоим. Что я могу пожелать своей внучке? И, конечно же, долго-долго бегаю. Ну, долго как, минут 10-15 не уговаривали брата. Я просто хочу пожелать, чтобы она всегда была счастлива, не болела. Только счастья, здоровья, чтобы у нее была любовь вечная, были детишки, мои племянники. Дорогие друзья, прошу всех занять исходные места, исходные позиции, откуда вы будете наблюдать сегодняшнюю церемонию. Настоящее волшебство и настоящее чудо. Встречаем, друзья, жениха, диджей. Поехали, Вова. Манер, мерхаба. Сизе хошгёрдүк. Кто у нас турецким владеет вообще здесь? Ну, я ему сказал уже, мерхаба, Танер. Хошгёрдүк. Танер, мы рады вас видеть и приветствовать здесь сегодня. Я знаю, что сейчас вы волнуетесь не меньше, чем самые близкие и родные. Ведь вы получаете самый настоящий подарок. Таких слов даже я не знаю на турецком. Встречаем пожаркие аплодисменты. Подруги, невесты, очаровательные, симпатичные, на легкой-легкой волне девчонки. Прошу вас. Знаете, вот правду говорят, что каждая девчонка мечтает о принце, о сказке. Встречаем девчонку, которая дождалась своего принца. Девчонку, которая мечтала, и в конце концов мечта сбылась. Ту самую королеву, Танер, вашего сердца. Лилия в сопровождении своего брата. Будь моим огнем или водопадом, будь моим самым-самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто искры зали. Подруги, я знаю, вы тоже долго-долго ждали этого момента, этого дня. Дайте нам аплодисменты. Будь моим огнем или водопадом, будь моим самым-самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто искры зари. Ты люби меня, как белые лилии. Танер, готовы ли вы стать для лилии, для вашего цветка из райского сада, не просто мужем, другом, защитником, советчиком, мужчиной, который будет заботиться о ней и оберегать этот самый настоящий цветок, делить с ним все радости и трудности. Согласны ли вы, Танер? Лилия, хочу сказать буквально пару таких вот красивых слов. Знаешь, Лилия, Лилия — это поистине красивый цветок. И теперь, Лилия, под волнующие вздохи гостей, подруг, самых близких и родных, согласны ли вы, Лилия, стать законной женой?
Объявляю вас мужем и женой Тамер и Лилия. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. 3, 2, 1, поехали! Счастья, люби вам, Тамер и Лилия! But darling, stay. Можно на шампанское с пяк-пяком. А вот теперь громкие поздравления без комментариев. Но все-таки тепло, жарко, Рася! Ника, любви, счастья, благополучия. Мы за тебя рады, очень-очень. Лиля, всегда, всегда будь такой же красивый, яркий, яркий. Тане, пукизель кызы, чок и сахла. Она чок и бак. О сене севи, о сен дону сев. Мутлы иллар. Поздравления от нашей бабули. Лилечка, я тебя поздравляю. Это слезы радости. Я долго этого ждала. Я тебе обещала, что не умру, пока я не понянчу твоих детей. Я дождусь. Аплодисменты гостей. Ваш первый танец в качестве мужа и жены.
Теперь вы вместе. Теперь вы Анербе, Лилия. Вы муж и жена. Вы одно целое. Я желаю, чтобы это целое было непобедимым. И сейчас вы отпускаете беззаботную, одинокую жизнь. Вы отпускаете в облака. Теперь вы вместе и навсегда. И мы счастливы. Танер, Лилия, еще один маленький-маленький шажочек. Я прошу под аплодисменты вновь истекающие бурные овации настоящую любовь. Дайте, дайте, дайте любовь. Дайте любовь. Дорогие молодые, я желаю, чтобы с этого дня вы вступили уже в настоящую взрослую жизнь. Забыли обо всем. Обо всем, но не обо всем. Я желаю, чтобы все лучшее было с вами по-настоящему. Искренне, с любовью. Небольшой презент от бабули. Девочка, я тебя поздравляю с законным браком. Конечно, желаю я тебе огромного счастья, чтобы ты никогда бед не знала, чтобы у тебя никогда на глазах слез не было. Поздравляю тебя. А вот это переведи, пожалуйста, Танеру. Танер, у нас у русских дарят две соски. Одна красная, одна синяя. Это для того, чтобы у тебя был и мальчик, и девочка. Самым сладким ядом. Без тебя все гаснет, будто искры зари.